Ну что ж, друзья, всем привет. С вами Большой Ди. Да-да. 100 лет не было видосов на канале. Вот решил сделать машинку, потому что гофра пробитая. И, собственно, впереди два этих. Две гранаты. Вот, заехал. Знакомое всем место. Решил сделать небольшой ремонт. В общем, замена гофры очень быстрая в этот раз. В прошлый раз чуть были какие-то проблемы, а в этот раз прям уже сняли, все быстро сходили, купили гофра. Так, ну если кому нужны параметры, по трубе 120-50, в общем, 3000 тенге. Уже сейчас, в принципе, поставят. И мустанг кончится. А то каждое утро заводишься и как мустанг такой маслкар. Всех бесишь, наверное. Да по-любому. Кого-то точно выбешивает. А еще надо поменять гранаты. Потому что обе хрустят, как я уже сказал. Так что будем сейчас доделывать. Ну, ждать, пока доделают гофрочку и, собственно, менять гранаты, чтобы не хрустело на поворотах. Так что вот как-то так. Ну-ка вы, красавец стоит. Пассатище. Ну вот он, мой красавец. Еще пока в подвесном состоянии. В общем, дорогие друзья, все поменено, буквально часик ушел. Выпуск такой чисто, чтобы, ну, включиться и включиться, как говорится. Появиться жив, здоров, все нормально, машинку делаем, работаем. А дальше больше. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. Большой Ди попробует вернуться на канал.